у среднестатистической деловой женщины, прямо скажем, немного возможностей переодеваться по несколько раз в день и постоянно ходить по магазинам за обновками. Именно поэтому так бывают ценны советы стилиста по поводу универсальных вещей, которые комбинируются друг с другом и с различными аксессуарами, а также могут переходить из сезона в сезон. Вот такой удлиненный жилет must-have. Сочетается хорошо с любыми вариантами. Мы вот его представили с романтичным платьем. Можно подчеркнуть талию широким синим поясом в цвет основной ткани платья. И также этот жилет будет применяться в гардеробе юбки, классические брюки, джинсы. За счет V-образного выреза зрительно вытягивается силуэт дамы. Он стройнит за счет темного цвета. И даже если вы хотите сегодня пойти в футболке и в джинсах, данный жилет придаст вашему образу собранности и элегантности. Еще одна универсальная идея – это трикотажное платье. Не надо придумывать, какой верх надеть к этому низу и наоборот. Модель колокол. Есть просто прямой классический силуэт. Разные выточки. Где-то выточка совсем отсутствует. Где-то есть вточной рукав. Где-то он просто приспущен. Либо цельнокроенный. И это все на разные особенности фигуры по-разному садится. Модель вот с цельнокроенным рукавом, диагональная полоска, которая встречается в центре, визуально стройнит фигуру дамы. Зрительно вытягивает силуэт. Очень мягкая фактура, приятная к телу. Тренд этого сезона – сочетание платья с брюками. Можно представить это платье с леггинсами серого, красного, либо черного цвета, если хочется вам добавить в свой образ немного дерзости. И вот это платье-футляр, которое повторяет формы женского тела. Оно приталенное, с вточным рукавом, фактура под гобелен или, можно сказать, имитация под кружево, тоже составит хорошую партию в вашем базовом гардеробе. К платью для усиления делового статуса идеален жакет, который, в свою очередь, удобен и в других вариациях. Можно сказать, что он универсальный базовый. Сейчас ткани из рогожки мега популярны, и их можно сочетать с классическими юбками и брюками. Удобная расцветка на каждый день. Ее можно комбинировать с любыми фактурами брюк, юбок, разной формы, разных силуэтов. Также и с джинсами. Классический жакет с приталенным силуэтом. На лацкане воротника сделана отделка из тесьмы. На поясе она продолжается, что позволяет зрительно удлинить силуэт. V-образный вырез то же самое выполняет, зрительно вытягивает шею, удлиняет силуэт. Комфортная ткань из вискозы позволяет телу дышать. Полиэстер добавлен для того, чтобы ткань не мялась. Это очень практично в нашей повседневной жизни. Такой жакет у нас сочетается практически со всем. Классические платья, юбки, брюки, джинсы. Что очень удобно сейчас. И еще один вариант жакета. Двубортная модель в мелкую клетку гленчик. Идеально в союзе с платьем из той же ткани и много с чем еще. Можно носить его, загнув рукав, приподняв. С джинсами будет более такой стильный образ, с кроссовками. С классическими вариантами юбок-брюк, офисный стиль, как всегда, нужен нам в деловой нашей повседневной жизни. Ну и еще поиграть с этим жакетом тоже можно, придумать к нему разные образы. Совсем не обязательно, чтобы вещь универсальная была скромной и лаконичной. Сложные оттенки и фактуры в современных образах также находят широкое применение. Блуза очень интересную фактуру имеет. На шифоновой ткани напыление фактурное в виде бархата. Ее хочется все время разглядывать, она такая драматическая, фантазийная, непонятно, что изображено, то ли ягоды, то ли цветы, можно вот оставить место для воображения. Такая блуза впишется в гардероб легко и просто, ее можно сочетать и с джинсами, и с классическими юбками, под любой жакет, джемпер, либо кардиган и верхнюю одежду. То есть она нейтральная, абсолютно не требует к себе никаких особых фактур и цветов. Также хочу показать платье, которое может тоже стать базовым в гардеробе. Интересный крой, сложный. Есть элемент запаха, имитация. Присутствует карман. Рукав идет вточной, 3/4, очень удобный в повседневной жизни. Платье из сжатой ткани, его не нужно утюжить, это очень удобно.
Идеальный гардероб – это когда в балансе тенденции и индивидуальность, эстетика и комфорт, цена и качество. Другими словами, когда всегда есть что надеть, чтобы выглядеть свежо и по-новому.